Привет всем подписчикам канала Уральская усадьба. Разгрузились, начали монтаж. Теплица арочная 2,5 м. Здесь вот обшивают овец. Собирается брус. Все по плану, как обычно. Установили каркас, собрали брус, накинули поликарбонат. Ну и все по плану, сборка двери, с той стороны форточки, перфолента. Ну и внутри там еще всякую мелочевку. Закончили монтаж теплицы арочной 2,5 м. 2,5 на 4. Теплица свалена с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40. Поликарбонат 4 мм 0,75 плотности. Фундамент брус 100 на 100, пропитанный антисептиком. Все соты торцов защищены перфолентой и профилем торцевым. На торцах уплотнительная резинка, козыречек над дверью, и там над форточкой дальний торец форточка, здесь цельная дверь. Также собрали грядки высотой 400, длину по размеру теплицы, ширину 800 каждая. Цвет теплицы 8017 по каталогу РАЛ, цвет шоколад. Укосины для большей жесткости. Также в теплице поставили систему подвязки, 4 нитки. Вот, все качественно, надежно и красиво. Здесь крючок, замок. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!